моим большим другом и очень большим другом. Товарищем, маэстро Белозеровым, предложить вашему вниманию, и спасибо большое за ваше внимание. Я у него самый большой друг. Два произведения. Цифры. Миша, оно отключено, да? Первое произведение более из русскоязычного как бы репертуара с очень интересной историей. Оно похоже, называется «Солнышко», цыганский романс. И оно похоже на старинный, роскошный русский романс, которых столько много и которых мы любим, и они все многогранны. Но несмотря на похожесть, это его написали в 66-м году. И в то время это был 12-летний мальчик Слава Васильев, который жил чем-то что-то типа цыганского табора. И проходил рядом его знакомый, актер цыганского театра, под руководством Николая Сличенко, которого мы все очень хорошо знаем и любим за его роскошный голос. И он говорит: смотри, давай я тебе, ну сейчас это Вячеслав Васильев, большой мастер своего искусства, написавший многие цыганские романсы. Но в тот момент он сказал: слушай, я могу тебе напеть песенку, я которую сочинил. Хочешь, я тебе напою? И он напел, и вот это было это «Солнышко». И этот актер пришел в театр Николая Сличенко, и они репетировали «Я рожден в таборе» песню. И Николай Сличенко говорит: а ты можешь что-то цыганское спеть? Он говорит: да, и вот эта песня пошла. И он говорит: вау, это отличная песня. И они сразу включили свой репертуар, и долгое время, пока играл этот спектакль, эта песня была частью. Она необыкновенно красивая. Поскольку в основном слова там цыганские, ну есть немножко и русскоязычных слов, тоже русских, вкратце содержание таково: пока солнышко еще не совсем зашло, я хотел бы дать цыгану возможность поспать и насладиться. Я пока говорю, пока мы не начали петь, разомните ноги, поговорите тоже. Сейчас через кучку, через минуту мы начнем играть. Вот это первый куплет. Второй куплет говорит: пока цыган отдыхает, отпустите, пожалуйста, коня в яблоках, нашего самого красивого, самого любимого, чтобы он побегал и отдохнул, и чтобы мечты цыгана и коня вот этой свободы, чтобы они вместе слились. И третий куплет говорит о том, что давайте пожелаем всем цыганам и всем, у кого цыганский дух, свободы и счастья. И мне кажется, что эта песня очень подходит всем нам, поскольку мы все немножко в душе кочевники. Спасибо большое. Сейчас это сделал домашнюю работу сегодня. Маэстро Андрей Белозеров, мой друг. И спасибо. Спасибо за великолепный голос.